На чемпионате России по легкой атлетике Александр Бреднев был удостоен золота. 100-метровку 23-летний димитровградец пробежал за 10,42 секунды. И это лучший результат в беге на короткой дистанции. Борьба за медаль была напряженной, отметил спортсмен. Бегать пришлось при температуре почти 40 градусов. К тому же на соревнованиях выступали сильные соперники Роман Смирнов и Александр Хютте. С Александром Хютте у нас было несколько дуэлей. Точнее, если взять чемпионатом России, 4. 2 он меня выиграл и, соответственно, 2 я у него. В том, что Саша выиграет чемпионат страны, был уверен его тренер. Александр Будаев, можно сказать, победу даже просчитал. Как оказалось, цифра 23 для спортсмена его тренера знаковая и приносит удачу. И тут у меня в последнее время раз в голове-то. У нас связь какая-то есть, она должна быть между учеником и тренером. 23-я школа. Я учился, и он учился. Спасибо 23-й школе. Все. 88-й год. Олимпиаду выигрывает наш соотечественник Владимир Крылов, спринтер. Все, 88-й год. Саша родился в 88-м году. Наград в копилке Александра Бреднева более 20, но работать есть над чем, говорит спортсмен. Через пару дней Александр отправляется на соревнования в Омск. 6 августа едет на сборы в Москву. И уже оттуда вместе со сборной России отправляется в Китай, где будет проходить Всемирная универсиада. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.